Делегация осмотрела все помещения и прилегающую территорию, ознакомилась с условиями пребывания детей в интернате. После глава республики Рамазан Абдулатипов пригласил членов делегации на встречу, где они поделились своими впечатлениями. Вы посмотрели там, и я хочу, чтобы вы, как уже люди общественные, независимо от меня, сказали четко свои позиции и помогли регулировать этот вопрос. Я как журналист не стал общаться с руководством. Я говорил с сотрудниками. Это люди совершают настоящий гражданский подвиг. Там люди не выдерживают. Они стоматолога 2 года искали туда. Вроде бы востребованная специальность. И, ну, не, даже боятся, потому что дети порой себя ведут неадекватно. Я как мать, я как руководитель движения «Матери России», я, например, благодарна. Вот низкий поклон этому коллективу. И я ничего не могу другого сказать. И чисто там, и порядок, и все было в норме. Рамазан Абдулатипов провел рабочую встречу с главами